Как бы вот вы оценили эффективность и качество информационной политики исполнительной власти, ну пусть хотя бы вот в школе, так сказать, в шкале пятибалльной? Ну, я считаю, что в настоящий момент мы можем говорить о том, что с учетом всех инструментов, которые у нас есть, мы можем на четверку оценить. Хотя бы потому, что с тем объемом ресурсов, которые несопоставимы с финансированием частных средств массовой информации, мы в государственном аспекте все положенные и установленные нам задачи информирования населения по тем базовым показателям, по которым оценивается деятельность губернатора, правительства Орловской области, субъекта непосредственно, по всем базовым мы абсолютно четко сейчас ведем мониторинги и имеем, ну, есть свой мониторинг, светофор, да, зеленый, красный, желтый, мы находимся в зеленой зоне по освещению всех вопросов, которые востребованы на государственном уровне для субъекта. У нас не налажено взаимодействие между соответствующей структурой областной администрации и нашим комитетом, в частности. Это проявляется в самых разных, даже в мелочах таких, которые, казалось бы, не имеют особого значения. Ну, как поздравление, например, журналистов на день печати, администрация проводит себе, областной совет проводит себе. Я слышала ваше выступление на этот счет, да. Ну и так далее. При всем уважении, опять-таки, но вот вашей справки у нас нет. Вдовин пожал плечами, начальник отдела тоже. Ну, я вот Багринцева как-то лично, я просто пустяк тоже. Подписывала справку лично, да? Четверг. Да. Я ходил, когда вот обсуждался этот вопрос с введением или не введением там QR-кодов, ну, законопроекты вот эти. Я спросил, ну, вашего, так сказать, предыдущего руководителя управления, просто по-человечески спросил, я не писал официальный запрос, конечно. Как он, как губернатор, какой отклик, какой отзыв дал на этот законопроект? Нам нужно было это для того, чтобы внутри фракции, как бы сказать, там. И вот я трижды подходил, и так он мне не ответил. Юрий Петрович, у нас таких вопросов быть не должно, потому что взаимодействие, мы в нем заинтересованы не меньше, чем вы. Да, и тем не менее, что вы, как областной совет, я не говорю даже о комитете, как областной совет, это вторая, самая большая информационная площадка, которая, в общем-то, доводит до населения информацию. И поэтому у вас тоже есть и свои статьи расхода на средства массовой информации, у вас есть большой трафик информации, который вы даете, поэтому любой обмен нам только на пользу, мы, конечно, будем взаимодействовать.